Всем привет, дорогие друзья, с вами Мир в коробке. Это енот и скиф. И вот такая вот штука к нам приехала. 6 в одном, кубик красного цвета. Что-то везде одинаково. Везде одинаково. Нет, одна сторона вот есть с компонентами. Внимание, можно посмотреть компоненты. Ну что, открываем. Открывай. Открываем. Ух, кулек. Yes, вот такой здоровенный куб. Куб в кульке. Кулек снимаем, нахрен кулек. Так, внимание, здесь есть ножки. Куда мы сейчас? Итак, улетит. И тут нас встречают шахматы и нарды магнитные. Также нас встречает здесь целая гора кастом, полукастомных кубиков. Кастомных кубиков. Вот здесь даже кубики для покера есть. Для колоды карт. Стандартная. Покер 92. BCG. Синенькая колода. А теперь магия. Хоп, крышечка открывается. И... Домино. Домино. Мы видим домино. Кино, улыбнитесь. Кино, вино и домино. Кино, вино и домино. Ух ты. Дальше нас встречает. Как это? Шашки на литничке. Вы до леса. На литнике, да. Набор шахмат. Внимание, смотрите, шахматы. Черные и белые. Стандарт. И пакетик. Они магнитные. Они магнитные доски, интересно? Конечно. А теперь переверни, переверни. Плохо магнитные. Черные выиграли. Есть еще такие фишечки для покера на кубиках. Белая, красная и синяя. Итого флаг Франции, России, Голландии и так далее. Можно делать какой угодно. Какой угодно. Итак, друзья, а теперь снова магия. Обратите внимание, мы поднимаем, и там пустота. Пустота! По сути дела, вы можете купить офигенный кубик, потому что эти игры да, никому не нужны. Можно даже все выкинуть. Да. Если бы он был бы, конечно, другим кубиком, можно было бы так бросить его. И разбить. И разбить. Да, ну а так вы можете получить офигеннейшую шкатулку с двойным секретным дном. Все, друзья, всем спасибо. Подписывайтесь всем на нас на Ютубе, на Тесере, ВКонтакте, в Фейсбуке. Собственно, енот, скиф, клуб Мир в коробке. Мир в коробке, все дела.